Это наша станция «Салют-7». Вес 20 тонн, размер 15 на 6 метров. Сигнал пропал. Станция не отвечает ни на какие команды. А это американский шаттл «Челленджер». Размер грузового отсека 15 на 6 метров, вместимость 20 тонн. То есть вы хотите сказать, что они собираются украсть нашу станцию? Я же лучший инженер. Одну лапочку только заменю и сразу обратно. Лучшего инженера не посылают, просто лапочку меня. Никто и никогда на орбите не стыковался с неуправляемым объектом. Мне подходит. Они созданы для дела, которое сейчас делают. И это касается их чести. И чести их страны. И музыку повеселей для настроения. Начинаем стыковку. Поехали. Гаси, гаси скорость, врежемся! Твою же мать. Надо их возвращать, черт возьми. Люк закрывай! Давай, люк закрывай! Это! У нас пожар на корабле. Станция подачи кислорода сгорела. Воздуха почти нет. Это ты их угробил. Ищем везде. Каждый глоток воздуха, каждую молекулу кислорода. Мы сделали все, что могли. Мы можем вернуть только одного человека. Скажи, что там такого в твоем этом проклятом космосе? На что ты променял нас? Я никуда один не полечу. Я тебе приказываю. Надо только раздолбать этот корпус. Зачем мы его раздолбаем? Кувалдой, что ли? Мать его. Ну что, по маленькой? На Земле что хоть закон? Тоже на Земле. На нас не распространяется.